В Архангельске сегодня проходит третий региональный форум Всемирного Русского Народного Собора. Эта организация была создана в начале 90-х после распада Союза, когда русские, как сказано в одном из первых заявлений Собора, стали разделенным народом. Региональное отделение Собора появилось в Поморье в 2016-м и также поставило своей целью объединить общество на основе традиционных ценностей русской культуры и истории. Площадка в РНС уже давно стала местом конструктивного диалога между Русской Православной Церковью, органами государственной власти, органами местного самоуправления, институтами гражданского общества. Здесь дискутируются вопросы о важнейших социальных проблемах, стоящих перед нашей страной. Обсуждают их на форуме памяти святого праведного Иоанна Кронштадтского. В этом году он посвящен национальной идее России, духовному смыслу существования нашего народа. Национальная идея всегда связана с пониманием своей истории, с осознанием героев, с осознанием подвига своего народа. Это есть контуры национальной идеи. Хочется отметить, что русская национальная идея призвана выражать самобытность русской нации, ее историческое богатство и указать на ее историческое призвание. Как отметил митрополит, необходимость определения национальной идеи России – это одна из основ созидательной жизни социальных институтов и государства в целом. Подробнее эта тема будет отражена в докладах участников форума, а также на круглых столах, посвященных воспитанию молодежи, социальному служению, русскому ответу современным цивилизованным вызовам. Форум продолжит свою работу завтра.